После окончания Белорусского государственного университета культуры и искусства Валентина Дегтярева получила профессию и статус молодого специалиста. Теперь девушка – культорганизатор Дворца культуры. В профессию пришла не случайно. Творческий толчок во взрослую жизнь дали родители. Все детство мое прошло в мероприятиях, в организации мероприятий, проведении мероприятий. Во Дворце культуры работал отец. И вот как-то меня это натолкнуло на мысль, чтобы, наверное, хотелось бы мне связать жизнь с этим. В обучении только сухая теория, а вот поэтапно раскрывать все тонкости творческого дела помогает опытный наставник Нина Козловская, под руководством которой работает молодой специалист. У нас идет взаимообмен полный, у меня новые идеи, она всегда поддерживает меня, у нее огромный опыт здесь, во Дворце культуры, она здесь почти 20 лет проработала, и она помогает мне вот какие-то моменты по составлению сценария, сценплана. В университете, конечно, этому учили, но на практике это немножко сложнее. За последние годы Дворец культуры принял на работу 10 молодых специалистов. Вчерашним студентам здесь относятся как к людям с опытом, а вместе с тем помогают и поддерживают. За одним столом с руководством обсуждаются новые творческие идеи, их реализация и принимаются решения. Отличительная тенденция людей творческих. За талантами тянутся другие таланты. И неудивительно, что коллективы молодеют, появляются новые перспективные кадры, а с новыми взглядами – новые победы. Я очень люблю молодежь, потому что я считаю, наша белорусская молодежь, она самая неповторимая, она самая креативная. И в нашей отрасли это действительно ребята, то есть девчата и ребята, настолько творческие, настолько увлеченные этим делом, и когда они попадают в наш дворец, а когда они попадают в эту атмосферу, они окунаются в нее, они начинают сотрудничать с людьми более старшего поколения, они начинают впитывать, прямо как губка, они впитывают тот опыт, тот потенциал, который есть, и те знания, которые они получили, те умения, навыки, с которыми они пришли, то есть позволяют им расцветать и становиться профессионалами своего дела. И несмотря на то, что основная работа молодого специалиста скрывается за кулисами, свой творческий потенциал Валентина уже раскрывает. За пару месяцев работы во дворце девушке удалось показать свой талант. Она в роли ведущего городских мероприятий, детских праздников и помощник режиссера в постановке «Ко дню города». Сейчас творческая группа дворца готовится удивлять зрителя ко дню матери. Праздник, то настроение, которое мы создаем, для встретить людей, погрузить их в ту атмосферу праздника, это действительно дорогого стоит. Но для нас, для нашей команды, для команды и молодежи, и взрослого наших работников, да, то есть это труд, это работа. Для молодых специалистов во Дворце культуры созданы все условия. Реализация в творчестве, возможность повысить свой статус и заработную плату. Остается сыграть в жизни главную роль. Оставаться хорошим человеком и привносить в жизнь праздник, людям помогать и реализовывать себя и этой реализацией, приносить что-то новое социуму.